Сергей Есенин. Поэт. Он бледен, мыслит страшный путь. В его душе живут видения. Ударом жизни вбита грудь, а щеки выпили сомнения. Клоками сбиты волоса, чело высокое в морщинах. Но ясных грез его краса горит в продуманных картинах. Сидит он в тесном чердаке, огарок свечки режет взоры, а карандаш в его руке ведет с ним тайно разговоры. Он пишет песню грустных дум, он ловит сердцем тень былого. И этот шум, душевный шум, снесет он завтра за Целковой.